Да никуда не надо. Достали уже. А что ты останавливал? Да никто не останавливал. Езжай. Фу. Здравствуйте. Итак? Значит, смотрите, я хочу идеально гладкую кожу. Вот чтобы все было гладенько-гладенько, вот ровненько-ровненько. Угу, так. Вот, без единой морщинки. Так. Вот. И глаза хочу. Я хочу, знаете, я хочу большие выразительные глаза. Не волнуйтесь, все сделаем. Спасибо. Угу. Ну вот, все как вы хотели. Ни одной морщинки, все ровненько, гладенько. И большие, очень выразительные глаза. Спасибо большое. Пожалуйста. Приходите к нам еще. Ну, и где кабан? Да тихо ты. Кабан на подходе. Ну вот, а ты говорил, территория военного института, они здесь такие умные, они их чем-то пичкают. Ложись! Я же тебе говорил, что они их чем-то пичкают. Ну, как мы с вами, собственно, и договаривались, интерьер мы будем решать в японском стиле. Ведь, несмотря на предельную лаконичность форм, правильность простых линий, полное отсутствие декора и ясность композиции, этот стиль может быть легким и игривым, как грибной дождик, таинственным и влекущим, как бескрайний океан, или бесконечным, как вселенная. Слушайте, вы что, пили, что ли, опять? Ну, 50 грамм для настроения. Господи, ну сколько можно? Ну вы же мне слово давали. Ну у меня терпения уже нет, каждый день одно и то же. Ну Сан Саныч, а... Эх, Илюшенька, много их? Ничего, Добрынюшка, справимся. Хватит ли сил богатырских? Справимся ли со всеми? Хватит, Алешенька. И не с такими справлялись. Ну тогда вперед, братцы. Покажем им, что не перевелись еще богатыри на земле русской. Наташа, скальпель. Тампон. Зажим. Да, не могу я больше говорить, я на работе. Пока. Извините, очень серьезный был звонок. Спасибо, что подменили. Вот зажим просили. Этот их контракт. Их контракт. Контрактишка дурацкий. Пусть других лохов себе ищут. Даже разговаривать с ними не хочу. В общем так, короче, скажи, меня нет, я на совещании, пусть в другой раз приезжаю. А, хорошо, Николай Васильевич. У меня еще один вопрос. А скажите, как на моем новом телефоне отключить громкую связь? Потерпевший, расскажите суду, как вы познакомились с женой подсудимого? Впервые госпожу Григорию я встретил в гостинице, когда перепутал ее номер со своим. Продолжайте. Я вошел в номер.
Было темно. Она стояла, обнаженная у окна, спиной ко мне. Я захотел выйти. Она в полоборота повернулась ко мне, и в лунном свете я увидел ее грудь. Она полностью развернулась ко мне и страстно, кончиком языка, облизнула свои полные губы. А покажите, как она это сделала? Ваша честь, я как бы протестую. А я протест склоняю. Спасибо. Ага, продолжайте, продолжайте. Как она это сделала? Она это сделала вот так. Чертовка. Тут бы никто не устоял. Продолжайте, продолжайте. Она томно легла на кровать, и я склонился над ее прекрасным, упругим телом. Ну, продолжайте. И тут вошел муж. Ваша честь, я отказываюсь защищать этого человека. Полностью с вами согласен. Понимаю вас, понимаю, господин адвокат. Подсудимый, вы приговариваетесь к 2 годам лишения свободы. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Сожгут, бусурман. Не сожгут. Вдарить бы. Не торопись, не сожгут. А я говорю, сожгут. Дорогой, сейчас такой шашлык, башлык будет. Пальчики оближешь, не переживай. Сожгут, басурманы. А внутри, как всегда, сырой будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Да что вы все оборачиваетесь, как будто кого-то ищете? Посмотрите прямо перед собой. Ну? Ну вот, другое дело. Позвольте представиться, меня зовут Валентин. Для вас просто Валик. А как вас зовут? Понимаю, вы немного шокированы. Ну что же, если вы не хотите общения со мной, тогда откройте окно и закройте банку с лаком. До скорой встречи! Послушай, почему фотографий-то так мало? Ой, ну мы практически никуда не выходили, были все время в номере, в отеле. Ой, Наташ, там такой шикарный номер был, такой номер. Ой, знаешь, ну мы там пару раз на обед, бассейн выбирались, а так вообще все время у меня. Кстати, я чуть не забыла, я же тебе сувениры привезла. Что там с карбюратором-то? Сегодня никак нельзя будет починить. Очень надо сегодня. Нет, сегодня никак. Работы много. Вот, машину оставляйте, а завтра приходите. Слушай, ну а может сегодня? Не, завтра. Ой, блин. Извиняйте, ребят. Сегодня не получится, только завтра. Так что завтра приходите. Не волнуйтесь, все нормально. Все.
Ну-ка, встаньте. Видишь, что такое? А, так она новенькая, только поступила. А, понятно. Ну что стоите, раздевайтесь. Не посрамим Русь-матушку, не отдадим бусурманам поганым. Ну что ж, Илья Михайлович, годен к строевой службе. Поздравляю. То-то. Добрый день. Вы дозвонились в горячую линию «Психологическая помощь». Мы рады вас выслушать. Говорите. Вы понимаете, у меня такая проблема. У меня такая проблема. Мой зять алкаш, а муж редкостная сволочь. Ну, это еще полбеды. Мои внуки, они просто звери. Зверята какие-то. Одна была надежда на дочку. Ты-то дура дурой. Мама, может, хватит, а? Давай дома поговорим, а? Я на работе. Да ты... Ах так! А сама-то? Да, ах так, хорошо. Ты сама когда последний раз внука видела, а? Все, я говорю, все, все, пока, пока. Фух. Нет, ну ты посмотри, а. Нет, ты посмотри, ну кто так играет? Ну кто так играет? Да я не знаю, но за такую игру надо руки оторвать. Игруля фигова. Не ори на ребенка. Нет, ну ты глянь, ну. Кто так играет-то? Ну кто ж так играет-то? Ой, вот как надо. Дра, проводник, ромашка отправляется. Ты кто, я Мишка? Шишка, садись. А я Брундук, Сундук. Ты кто? Я Петушок, Чушок. Тоже присаживайся. Поехали. Да! Опа, 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 опа. Опа! Вот это рыбалка! Вот это я понимаю! Ну, и так уже полтора часа! Пока. У вас время заканчивается. Водолаза продлевать будете? А как же! Еще часа два! Эдик! Еще два часа! Красавицы! Друзья, а сейчас мы с вами зайдем в зал китайской живописи. Для улучшения восприятия и понимания картин просьба прищуриться. Прошу вас. Прошу. 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 Кому досталось, вам? Прошу. Прошу. Прошу всех за мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Каратиста вызывали? Да, да, конечно, мы вас ждем. Ну, где тут у вас, показывайте. Прошу. Вот туда. Пойдем, пойдем.
Негоже красавец такую тяжесть носить. Позволь русским богатырям помочь себе. Ну, помогите, если не трудно. Ну что, красавица, легче тебе стало? Не надо благодарности. Подсудимый, вы отказались от услуг частного адвоката, поэтому суд предоставляет вам бесплатного адвоката. А можно всех посмотреть? Можно. А можно вот этого лысого? Ну, лысого так лысого. Спасибо. Ничего, у тебя здесь чистенько. Ну, как ты? А то меня ребята в цеху спрашивают, когда там Андрюха выйдет. Гляди, что надумал болеть, а? Да все нормально, хорошо себя чувствую. Доктора сказали, завтра выписываюсь. А, завтра. Ну так что ж, Андрюх, ты давай. Давай, если завтра выписывают, мы тебя ждем. А то мужики спрашивают, работа стоит, а Андрюхи нет, да и как-то скучно без него. Ну давай, все, выздоравливай. Год басурмане деревья, а? От сволочи жгут. Крепче вяжи. Ты крепче, крепче, злы-то вяжи, а то ведь не поверишь, что нас басурмане привязали. Ты сам вяжись поскорее! Жгут басурмане деревню, так? Жгут. А вот иди сюда! Вот иди сюда, и я тебя сейчас покажу! Вот иди сюда! Сюда иди, вот иди сюда! Это что такое, а? Вот это я тебя спрашиваю, что вот это такое, а? На территории нашего... Я тебе... Что ты лыбишься? Что ты лыбишься? Я спрашиваю, что вот это такое, а? Нас комиссия сегодня приезжает, и я тебя предупреждал, что ты выставился. Давай, делай что-нибудь. Ой, идея у него пришла. Мамочки мои родные, что ты придумал? Что ты делаешь?
Вот хвалю я тебя за смекалку-то, хвалю. Ладно, поехали к тебе домой. То есть в свинарник сейчас едем. Папа с работы пришел. Пришел, пришел. Денег давай. Снимай штаны. Командир, а может договоримся? Ну, как говорится, на первый раз предупреждаю вас. Будьте внимательнее. Ну и счастливой учебы. Девушка, ну, может быть, у вас все-таки есть какое-нибудь средство, чтобы мне не было так больно? Ну, пожалуйста. Я вас очень прошу. Ой! Ой, что такое? Ой, ну все достаточно, уже все! Давайте! Отрывайте! Хорошо! Хорошо, еще! Еще лимфиновый режу не больно! Еще по одной! И пойду домой! Я вот раньше никак не мог привыкнуть к этому нудистскому пляжу. Кругом тела голые, прям ух. А потом привык и сейчас смотрю совершенно нормально на все это. Да, я тоже. Я даже раньше, я немного стеснялся. А потом все нормально.